Всем здравствуйте! Я уже делала отзыв о курсе «Примитивные рефлексы» модуль 1 «Москалёвые горы». А сейчас я хочу поделиться теми результатами, которые у нас есть с моим внуком. Он родился через кесарево сечение, и с детства у него были проблемы со здоровьем. Сейчас, занимаясь по этому курсу и по той рефлекторной гимнастике, которую мне подарил Егор, мы с ним много его достигли. У него здоровье намного улучшилось, ушли некоторые проблемы, но надо еще заниматься. Но тем не менее, этот курс очень хорошо работает. И сейчас я еще помогла мальчику, ему 4 года, его укусила собака в щеку, и он стал заикаться, и у него стали тоже проблемы со здоровьем. Он плохо стал говорить. И занимаясь рефлекторной гимнастикой и по курсу «Примитивные рефлексы», мы убрали у него РППС, МРО и поработали со шрамом. Видео по работе со шрамом я видела у Егора Москалёва на Ютубе. И сейчас мама говорит, что он стал намного лучше и внятнее говорить. И в детском саду тоже это заметили. Он стал спокойнее. И все это благодаря тому, что мы применили те знания, которые нам дал этот курс. И я благодарна за это Егору. Я еще хочу поблагодарить его за то, что он провел со мной онлайн лечение. Теперь я намного лучше себя чувствую. И занимаясь той физкультурой, той зарядкой, которую он предложил на Ютубе, я значительно улучшила свое здоровье и снизила вес. И это я благодарю за это Егора. И всем советую этот курс по примитивным рефлексам, модуль 1. Всем всего доброго!